Я недавно прилетел из Дубая, и мне очень сильно не хватало вот этого солнца. Это реальный обмен энергии, то есть мы что-то свое дарим, и они нам что-то свое дарят. Вместе! Мы город Самара. Выиграли сегодня и едем в Москву-Сити. Друзья мы... с Металлурга. Друзья, да, с Металлурга. Итак, тем временем на поле Самара с мячом. Всем привет, меня зовут Артемий Бычков, я из города Серпухова. Приехал сюда на соревнования со своим тренером. Вот. Воркаут батл, да, это выполнение элементов динамических, статических на турниках, брусьях. Ноги должны касаться перекладины, то, что не коснулись, не рассчитываем. Мы команда по стритболу из города Ижевск. Очень много народа. Я не могу. Все понравилось, организация супер, нам очень понравилось. А Егора Крида ты будешь слушать? Конечно, ждем. Команда любителей, но не профессионалов. Один, поехали! Убедительная просьба на площадке не заниматься, пока проходят соревнования. Друзья! Поаплодируйте, где вы? Где вы? Где вы все? Это здорово! Ради кого бы вы пошли на концерт и не стояли бы, я не знаю, в очереди и ждали? Вот этот парень, Майкл Джексон. Ну вот сколько раз вам журналисты задавали вопросы про розу, признайтесь честно. Про розы? Да. Кому бы вы подарили свою розу? Сколько у вас раз спрашивали эти вопросы? Ни разу. Да ладно? Это впервые, серьезно. Я у вас первая в чем-то. Да. Вот мы посмотрим по итогам первого сотрудничества, оно на самом деле такое очень эмоциональное. Она использует изображение полковника, вот такое вот немножко винтажное, основателя бренда. Вот. И 3 недели назад у нас вот в Москве у нас есть самый большой ресторан, наш флагман Маяковская. Вот мы его закрыли специально для того, чтобы провести шоу. Там был шоу-показ с блогерами и журналистами. Вот. А вы... можете себе позволить прийти в таком на работу? У нас по пятницам неофициальный день. Я вот уже 3 пятницы ходила. Вот в этих брюках, как бы в этой футболке. Прощаем все вместе! Хорошо. Здравствуйте, ребята, это я. Сегодня для вас снимала сюжет с KFC Battle, а сейчас я вам расскажу, как же все-таки снимаются сюжеты. Толпа, и не всегда нам, как операторам, удается занять удобную точку. Поэтому мы находим друзей. Смотрите, вот она, самая высокая точка. Мы начинаем с нуля, с первого дня. Все, что хотят, с первого дня. Видел ее, с первого дня. И тот, кто не верил, проверил меня и проверил меня. Новый альбом, новый этап, новый этаж. Мы вылетаем, как экипаж. Я и не так.